всех приветствую, уважаемые. Хочу сделать короткий обзор базы отдыха Эдельвейс. Вот по приезду на базу нам был предоставлен двухместный домик. Категория такого дома на базе считается полулюкс. Вот. Что есть в домике? Ну, домик небольшой для двоих, само то. Здесь стол, веранда небольшая, две кровати. Вот. Дом деревянный, как я уже говорил, есть душевая кабина, туалет. Вот это прекрасная природа Алтая. По центру видим клуб, справа это дома люксовские. Вот. А это Семинский перевал. Воздух здесь чистый, дышится очень легко, хорошая природа. Так что можно ехать сюда лечиться. А это клуб. Есть бильярд в клубе. Что там еще? Теннис. Большой телевизор. Ну, также есть столовая. Кормят здесь очень хорошо, продукты с собой никакие брать не нужно. Три раза в день кормят. Также есть престоловый магазин, где можно что-то купить. Вот. Территория базы очень большая. Вот территория, где пасутся моралы, она огорожена. Это вот где хранятся и варятся панты. Это сооружения такие. Вот. Здесь принимают ванны. Сначала человек садится в бочку и парится паром от отвара пантов. Вот. И потом садится на 10 минут в ванну. Более 10 минут нельзя находиться, не рекомендуют врачи. Вот, на базе, да, на базе есть врач, есть массажист. Можете сходить на массаж. Вот. Что еще могу сказать? Есть комната, где сушатся эти панты. Вот. После варки их потом сдают для переработки куда-то в медицину. Территория базы безопасна для прогулок. Можно пойти погулять куда-то. На базе есть также баня, можно в баню сходить. Есть мангал, можно купить мясо, пожарить вечерком шашлычок. Приезжать на базу лучше, начиная с апреля. Да, с апреля, когда идет процесс срезания понтов. С этого вот периода и начинается лечение мораловыми ваннами. Здесь природа вот не тронута человеком. Да, воздух чистый. Мы на базу ехали поездом до Барнаула. Вот. Потом добирались автобусом до Семинского перевала. Созвонились с руководством, где нас потом и встретили сотрудники базы на остановке и забрали на базу. Ну, что еще могу сказать по этой базе? На базу мы ехали поправить свое здоровье, что нам и удалось это сделать. Я вылечил свои суставы, ну и прекратились боли в спине. Спина болела очень сильно, помогло. После 2 недель пребывания на этой базе я стал чувствовать себя намного лучше. Так что советую ехать полечиться. Еще раз говорю, это база не для отдыха, это чисто для лечения. Сюда люди едут со всех концов нашей страны. И несмотря на то, что база находится в глухой местности,
Сюда можно добраться как на автомобиле, так и, я уже говорил, можно на поезде, на автобусе. Люди едут для лечения в основном. На этом я заканчиваю свой обзор. У кого есть какие-то вопросы, я к вашим услугам. Задавайте. Всем здоровья!